Троицкий Сунгур – одно из самых красивых сел нашего региона. А его жители доказывают, русское село не умирает, а может жить и процветать. Здесь работает большой животноводческий комплекс «Агронептун» и сельскохозяйственный кооператив «Станичный», куда входят десятки местных фермеров. Также широко развито казачество. А чтобы как можно больше ульяновцев и гостей региона увидели, какое может быть современное русское село, сунгурцы решили развивать агротуризм. И мы планируем сделать здесь агротуризм так, чтобы люди могли приехать, пожить, поглядеть, как это на самом деле хорошо жить в настоящем благоустроенном селе. Для этого у нас уже сегодня многое есть. Есть мини-фермы, есть большая мегаферма, есть сырая варня, есть очень много других вещей в кооперации. Есть что посмотреть, осталось обустроить комфортные условия для проживания гостей. Для этого животноводческий комплекс «Агронептун» в этом году получил грант. На федеральные средства в Сунгуре построят этнотуристический комплекс «Казачий хутор». Дизайн-проект благоустроенной улочки с бревенчатыми коттеджами готов. Сейчас необходимо подготовить участок, провести все коммуникации. Гости смогут также поездить на лошадях в новой школе адаптивной верховой езды. В нашей конюшне у нас сейчас 9 лошадей. У каждой лошадки есть хозяин. Это директор какого-то из предприятий группы компании «Проминвест». Это казак-наставник. Он для каждого своего класса в школе приобрел лошадь, чтобы дети имели возможность заниматься на бесплатной основе. В центре бесплатно занимаются детки с ограниченными возможностями, а также ученики казачьих классов местной школы. После открытия туристического комплекса заниматься с лошадьми смогут дети и взрослые из других поселений. Предполагается и проведение экскурсий на фермы. К примеру, Александр вместе с женой выращивает овощи в закрытом грунте. В этом сезоне они получили большой урожай огурцов. Они на самом деле очень вкусные, сладкие. Очень здорово мы угадали именно с сортом огурца, который с очень высоким выходом именно товарности. То есть они ровные, аккуратные, красивые, ну и, соответственно, вкусные. В этом году в селе построят аутентичную казачью усадьбу, где будут проводить мастер-классы и мероприятия для детей. А строительство этнокультурного центра – часть проекта по реконструкции Троицкого Сунгура. Он подразумевает создание площади духовности, в ансамбль которой войдут пруд, набережная и велодорожка. Анна Тищенко, Улправда ТВ.